передо мной проезжая часть на 14 микрорайоне города Караганды. За проезжей частью сам 14 микрорайон. А вот здесь справа от меня забор чулочной фабрики. Что я скажу, она называлась Карагандинская чулочно-носочная фабрика. И слева 22-й дом 14 микрорайона. А вот этот торцом стоит 20-й дом 14 микрорайона. 14 микрорайон продолжается туда дальше. Мы сейчас выйдем к фасадной части забора, который вот видите, тут даже вот эти острия такие. Торчат. Ну и вот. Все поросло. Сугробы, зима. Вот там, где начнется фасадная часть, там улица Березова. Пешеходный переход. Ну, этот дом, конечно, он новый. Кирпичный, обратно. Вот эта улица уже Березова.